60-е годы для советских детей настоящим событием было посещение парка с игровыми автоматами. Пожалуй, не каждый родитель мог позволить своему чаду столь дорогое удовольствие ежедневно. Прошли годы, советские игровые автоматы давно вышли из обихода. И казалось бы, современные дети играют совсем другие игрушки. Но нет. Оказывается, в самом центре Москвы есть удивительный музей. Музей советских игровых автоматов, куда прийти может каждый ребенок и привезти с собой своих родителей, тех самых детей 70-х. Мы здесь часто бывали, но не знали о существовании музея именно вот в этом месте. И вот, воспользовавшись тем, что сейчас весенние каникулы в школах, я пришел с дочкой и с ее подругой. Они довольны. Я тоже. Я вижу по реакции детей, что они увлечены. У них горят глаза, и это однозначно говорит за то, что эти автоматы, они еще вполне могут свое дело делать. Игра питон. Там надо управлять питоном, чтобы он ел зайцев, но не попадать на морковь. Мне это понравилось. Я еще на компьютере играла. Похоже. Это первый раз, когда я здесь. Моя подруга мне, однокурсница, она рассказала мне про это место, меня она очень заинтересовала. И мне захотелось и поиграть, и посмотреть, как это, какие они были, поэтому... Ну, мне кажется, очень интересная идея и место само. Целевая аудитория этого музея – дети от 5 до 50 лет. В тех, кто ближе к 5-летнему возрасту, музей советских игровых автоматов вызывает умиление и интерес к прошлому. В тех, кто ближе к 50 годам, музей пробуждает забытую радость и ностальгию. Двери музея советских игровых автоматов открыты для каждого, кто в душе ребенок. Мне кажется, все равно в наше время взрослые очень любят поиграть, даже и когда им говорят, что здесь старый автомат, мне кажется, это вызывает какой-то интерес прямо и желание. Папу приведу, может быть. Пусть вспомнит детство, что он любит поиграть. Я думаю, что он рассчитан на определенный тип характера. Если у человека есть тяга к игре, если у него заложено и не убито жизнью, такое веселое удивление перед жизнью, если он способен веселиться, удивляться, если он хочет играть, ну, это может быть в любом возрасте, это может быть человек, которому 80 лет. Советское время давно минуло. Вслед за ним кануло в лету и время советских игровых автоматов. В парках, магазинах и кинотеатрах сегодня уже не встретишь наивные, милые советские игрушки. Их давно сменили новые продвинутые аппараты. А дальнейшая судьба советских игровых автоматов сложилась печально. Одни были сданы на металлолом, другие были выброшены на свалку. Тем не менее, у многих людей осталась тоска по любимым советским играм. 4 года назад мы с приятелями решили обзавестись автоматом «Морской бой». Мы неожиданно нашли его на помойке Таганского парка. Нам его оттуда с помоечки отдали, мы забрали, починили, забрали еще там с помойки несколько автоматов. Посидели, подумали и решили сделать музей. Ну, очень долго находились в подвале
такого не музейного формата, и потом переехали сюда. Вот и получился такой красивый музей. Коллекция пополняется постоянно. Сейчас в музее около 40 видов игровых автоматов. Многие из них находятся в рабочем состоянии. И по прогнозам сотрудников музея, прослужит еще не одно десятилетие. Вызывают чувство ностальгии, наверное, только самые популярные автоматы. Да, это самое распространенное. О, в это я играл. А больше половины автоматов это те, с которыми люди не сталкивались. Ну, потому что в каждых парках были свои какие-то автоматы, других не было. Ну, и эти уже не вызывают ностальгических чувств, а вызывают такой интерес, что, о, оказывается, было что-то еще. Первыми с игровыми автоматами познакомились москвичи, когда в 1971 году в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького открылась всемирная выставка аттракционов и игровых автоматов. Главный парк страны пережил полтора месяца посетительского наплыва и огромных очередей. Ведь советские люди впервые увидели настоящие западные автоматы с ковбоями, птицами, музыкой и цветными лампочками. Игровые автоматы изначально были придуманы далеко на Западе. Долгое время там линия игровых автоматов развивалась и совершенно не развивалась очень долго в Советском Союзе. Но вот в 70-х годах решено было заняться игровой индустрией в Советском Союзе. И под ведомством Министерства культуры было создано производственное объединение «Союз Аттракцион», которое устроило большую выставку игровых автоматов, привезенных из капиталистических стран. «Союз Аттракцион», видя, как удачно проходят выставки, решил наладить собственное производство игровых автоматов. Ну, не стали заключать никаких договоров на поставку с западными производителями, стали делать просто аналоги представленных экземпляров. Вот всеми узнаваемый «Морской бой», один из первых таких советских автоматов, полностью скопирован с западных прототипов, вплоть до рисунков, оформления и сюжета игры. Ну вот, скопировали, назвали это «Советский морской бой», и получился такой советский игровой автомат. Игровые автоматы собирались на военных заводах, где имелись передовые на тот момент технологии. На радость пионерам на территории Советского Союза трудились целых 22 оборонных завода. Инженеры и разработчики старались вставить в игровые автоматы как можно больше самой современной электроники. Поэтому аппараты получались страшно дорогими. Они стоили от 2,5 до 4 тысяч рублей. Почти как автомобиль «Жигули». Очень мало полностью советских автоматов. То есть это какие-то игры с характерными русскими такими персонажами и сюжетами. Как городки там, не знаю, репки и коньки-горбуньки. А все остальные популярные там морские бои, снайперы, удачные выстрелы и так далее, все прямо заимствовано. Всеми любимые качалки приехали к нам из ФРГ. Ну и, в общем, список можно продолжать бесконечно. Но, тем не менее, выпуск наладили. Уже советские игровые автоматы стали пользоваться спросом у общественных мест, у парков культуры. Ну и также спросом пользовались у обычных игроков. Ну, потому что ни во что другое такое интересное поиграть не было возможности. Не было никаких домашних электронных игр, ничего подобного. Ну, соответственно, оставались только такие огромные, интересные игровые автоматы. У советских игровых автоматов, по сравнению со многими современными, есть ряд неоспоримых преимуществ. Например, в качестве приза советский автомат не выдавал денежное вознаграждение, а предлагал сыграть и еще один раз, бесплатно. Это предотвращало развитие у детей и взрослых нездорового азарта. А из-за невысокой стоимости игры
в 15 копеек. Не случалось трагических инцидентов с проигрышами крупных сумм денег. Невозможно заменить современными играми какой-нибудь автомат в духе там, баскетбола или того же снайпера. Тут уникальные какие-то хватательные рефлексы в баскетболе, реакция, которая всегда актуальна в развитии, в интересности. Ну и такие несравниваемые ощущения от современных и этих игр, и поэтому все реагируют живенько. Формат музея предполагает собой собрание какой-то коллекции. Вот у нас такая коллекция, на мой взгляд, очень интересная, ну и на взгляд практически всех наших посетителей интересная. А историческую справку при необходимости мы можем дать по любому автомату. Итак, Александр, я так понимаю, что вот это некое усовершенствование морского боя, торпедная атака. Да, совершенно верно. Даже в некоторых документах значится как не торпедная атака, а морской бой М. Сделали два перископа, чтобы играть вдвоем. И усложнили игру тем, что если долго подкарауливать вражеский корабль в одном месте, он поплывет в другую сторону. Ну, научились они, значит, уворачиваться. Ну, давайте попробуем. Давайте. Две монетки. Каждому игроку дается всего лишь 10 выстрелов. Две вертикальные палочки в перископе показывают зону, где пойдет торпеда. И надо стрелять на опережение. В отличие от морского боя, здесь поставили ограничение в 2 минуты, но 10 выстрелов проходят значительно быстрее. Я уже отстрелялся. Несмотря ни на что, победил опыт. 2 торпедированных цели у меня и 1 у вас. Первыми в Советском Союзе появились так называемые имитаторы. Игровые автоматы, так или иначе связанные со стрельбой. В стрелялках применялись довольно разнообразные сюжеты. Одни были связаны с боевыми действиями и атакой противника. Другие представляли собой вариации на тему охоты. Третьи были лишены игрового сюжета. Но с их помощью игроки переносились в виртуальный тир. Мы наконец-то добрались не только до стрелялок, но и до машинок. Да, отличные раллийные гонки. Они появились сразу же, когда стрелялки? Нет, автоматы появлялись год от года, все новые и новые. И эра подобных игр пришла где-то в середине 80-х. То есть спустя практически 10 лет после морского боя. Но здесь, как в настоящей машине, есть руль, даже вот педаль есть, я вижу. Да, руль и педаль – это, в принципе, все, чего нужно для управления автомобилем. Тормоза придумали трусы. Еще Архимед сказал, дайте мне руль и педаль, и я пройду эту игру. Ваш автомобиль синий, надо наезжать на зеленые флажки. Оп, собрал на 2 очка меньше. В движении значительно усложнили задачу игрокам. Если в таком виде игр использовался мотив охоты, то жертвы убегали. Если целью игры была победа в соревнованиях на скорость, то на протяжении пути герой сталкивался с массой препятствий. Вот хороший такой автомат по отбору денег у населения. Можно играть за 15 копеек вдвоем, можно играть за 45 копеек вшестером. Ну, такой уникальный довольно-таки агрегат. О, первые 2 монетки он еще и заглотил просто так. Вот, все 6 лошадок активированы, и можно скакать.
уже рука устала. Представляю, каково сейчас лошадям. Некоторые игры интереснее играть одному, чтобы там другие не мешали. А в какие-то просто вот нельзя играть одному, иначе будет неинтересно. Ну и к тому же вот азарт, кто выиграет из двух. Мне кажется, они вызывают, как и все автоматы, в принципе, чувство какой-то радости, желание соперничества, выиграть. Чем такой баскетбол отличается от обычного баскетбола? По большому счету ничем. Очки точно так же засчитываются по 2 за каждый гол. Но не надо никуда бегать. Все управление только пальцами. А так, точно так же, как в спортивной игре, тут нужна колоссальная реакция, если хочется победить. И внимательность, чтобы отслеживать мяч на поле. Ну, наверное, игра очень полезная для детей. Игра полезна и для детей, и для взрослых, потому что реакция и внимательность важна в любом возрасте. Давайте попробуем, у кого реакция лучше. О! Спасибо, Глеб Егорыч. По мнению посетителей, в этот музей стоит приходить с компанией, чтобы было с кем поделиться внезапно нахлынувшими чувствами. К тому же, многие игры требуют парного участия. Большинство парных игр относятся к спортивным автоматам. А эмоции от виртуального футбола, баскетбола или хоккея по накалу страстей вполне сопоставимы с присутствующими в реальных видах спорта азартом и адреналином. А почему, кстати, вот все игры как-то перекликаются со спортивными играми? Ну, я бы не сказал, что все игры. Наверное, половина игр спортивных, половина игр военная тематика. Но, наверное, это связано с тем, что были такие вот установки на воспитание молодежи. Никакого насилия, только патриотически военные и развивающие спортивные игры. Здесь у нас какая игра? А здесь у нас целых 5 игр в одном. Хоккей, теннис, баскетбол и еще что-то. Но это все образно и по правилам, а так это аналог американского автомата Pong. Pong – это первая телевизионная компьютерная игра в мире. И вот у них она появилась в начале 60-х, а у нас к началу 80-х сделали такую копию красивую и с несколькими разновидностями. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Сыграть в понг. Ну, выбираем игру с соперником. Самая простая, 2 палочки, 1 мячик. Ну вот на моей половине играет, по-моему, Кафельников. Уж больно ловко и быстро у него все получается. На моей тогда Курникова. Да, бегает красиво. Технически советские игровые автоматы можно разделить на 2 группы – механические и электронные на базе микропроцессоров. Для отображения игрового сюжета в электронных автоматах использовался телеэкран. Первоначально идеи для сюжетов игры заимствовались из-за рубежа, но через время появились сюжеты, характерные для нашей страны. Ну вот, играете в очевидно советскую разработку, автомат «Городки». Ну, советская, наверное, потому что нету на Западе такой игры «Городки». Автомат когда появился? Автомат появился также в конце 70-х годов. Ну, как и многие телевизионные игры. Черно-белый кинескоп ловко подкрасили зеленой пленочкой. И получилась практически цветная игра.
Вопреки распространенному мнению, игровые автоматы – это не пустая трата времени. В Советском Союзе каждому автомату приписывался круг положительных свойств. Одни развивали глазомер и точность, другие – скорость реакции и внимательность, третьи – координацию движений и ловкость, четвертые – выносливость и силу. Недоброжелатели не могли бы упрекнуть разработчиков игровых автоматов даже в отсутствии аппаратов для развития мозговой деятельности. Оказывается, были и такие. Ну вот мы видим такой автомат, так скажем, тренировка для ума, правильно? Да, запланировано было выпускать викторины с вопросами по различным темам, но выпускали почему-то только со знаками дорожного движения. Получил самое большое распространение, других вопросов почему-то не придумали. Сейчас бы такие не помешались. Да, наверное, проверить знания по тем же правилам дорожного движения. Загораются вопросы, и надо на своей панели найти правильный знак. Главная дорога. Ура! Я дошла. Первый. Два одинаковых. Проход закрыт. Ответа. А вот еще один автомат, связанный с получением информации. Но он не игровой, а справочный. Здесь его любя называют Яндексом 60-х. Одно нажатие кнопки, и на поставленный вопрос дается однозначный ответ. Есть здесь и автоматы, воскрешающие ностальгию по советским временам не только с помощью зрения и осязания, но и благодаря вкусовым рецепторам. В музее можно попить настоящей советской трехкопеечной газировки. Когда смотришь, вот, допустим, на когда вот эти маленькие ручные, они вызывают ностальгию, потому что вспоминаешь, что в детстве у тебя были такие же, и сейчас непонятно, где они, и когда тебе было, не знаю, лет сколько там, 6, наверное, тогда они и были, то да, такое какое-то приятное воспоминание, такие теплые. Ностальгия в определенной степени, конечно, есть. Но меня больше радует то, что ребенку, детям нравится. А это самое главное для родителей. Все-таки я считаю, что главная задача музея – это все-таки игра. А тут дети. Тут ребенок играет, познает мир. Все экспонаты можно потрогать и даже поиграть в них, а не только посмотреть. А в других музеях просто посмотреть. Редко где можно что-нибудь потрогать и тем более поиграть. Наверное, нынешняя молодежь так не узнала бы, во что играли отцы. А старшее поколение лишь время от времени ностальгически вздыхало бы, вспоминая развлечения своей молодости. Но нашлись энтузиасты, для которых советские игровые автоматы – не просто куча старого железа и допотопной электроники, но и часть нашей истории. –